Всех приветствую на своем канале. Сегодня будет обзор на крутую зарядку от компании Aerox с возможностью быстрой зарядки Quick Charge 2.0. Один порт у нас идет 5-вольтовый на 1 ампер, и второй порт Quick Charge с быстрой зарядкой подает у нас 5 вольт 2,1 ампера, на 9 вольт 1,5 ампера и на 12 вольт 1,2 ампера. Все сертификаты данная зарядка прошла, поэтому я ее и выбрал. Модель называется XT113. Материал у нас ABS пластик. Итак, сейчас мы посмотрим, как она выглядит, и, естественно, сделаем все тесты. Почему я выбрал компанию Aerox? Да потому что, ребят, я уже знаком с данной компанией больше, чем 2 года. На моем канале есть много видео с продукцией от компании Aerox. Это и крепежи для телефонов, и подставки, и липучки на стекла в автомобиль. Вот липучки вообще идеальные были, они очень хорошо служат. Ух, она у нас вся глянцевая. Вот вся информация, которая есть на самой зарядке, глянцевая, естественно, вся маркая. Не успеешь ты ее взяться, но зарядка, она нужна только для зарядки. Это не телефон, который нужно постоянно чистить. Итак, информация. Первый USB у нас 5 вольт 1 ампер, и второй быстрая зарядка, как и я говорил. С обратной стороны, быстрая зарядка обозначается синим портом, здесь молния, и обычная 5 вольт 1 ампер. По сборке претензий вообще никаких нету, никаких заусенцев, как это обычно делают в дешевых зарядках. По сборке она просто идеальна. И в чем прикол? Она уже идет под наши евровилки. Вот это большой плюс, который я искал. А почему? Все потому, что у меня телефон, новый телефон приобретен в Гонконге. И у меня, естественно, зарядка от Samsung. Вот с таким штекером, который а-ля уж очень неудобный будет, когда я приеду в свою страну. Тоже с быстрой зарядкой, в принципе, информация практически одинаковая. Компания Aerox очень известна в Китае, и, наверное, по крупности она на 5-м месте по известности. Почему именно на 2 порта, а не на один? Потому что у меня очень много пауэрбанков, и, например, сейчас в Китае у меня вот есть Lenovo пауэрбанк и Chewy, да, на 10 тысяч миллиампер оба. Один может принимать зарядку на быструю, как видите, 12 вольт 1,5 ампера, а Lenovo у нас обычная на 5 вольт 2 ампера. Поэтому данной зарядкой, пока я нахожусь в Китае, я буду заряжать, естественно, свои пауэрбанки, потому что Xiaomi у меня заряжается от Xiaomi-шной зарядки. А пока я в Китае, естественно, я буду заряжать пока самсунговской оригинальной зарядкой свой телефон новый. Но по приезду буду пользоваться уже только вот этой вот зарядкой. И теперь переходим к тестам. Итак, тестирую зарядку Aerox на быстрой зарядке. Подается 9,4 вольта практически, отдача 1,3 ампера на телефон Samsung. Если активирую телефон, то по идее зарядка просядет до 5 вольт 1 ампера. Все как полагается. Самое главное, что я хотел сейчас протестировать, если еще у нас активировать, вот на камерный свет я подключаю в обычное гнездо, просядет ли напряжение. Сейчас 9,39, ну 9,4 грубо говоря. Включаем и смотрим. Напряжение не проседает. Это отлично. Попробую показать. Я думаю, будет понятно. 9,39. Ну что, ребят, сами видели тесты. Зарядка справляется со своей задачей на все 100%, отрабатывая все свои характеристики, поэтому претензий к ней абсолютно никаких. Я ее рекомендую к покупке. Я обязательно оставлю ссылку на официальный магазин компании Aerox, чтобы не опасались приобрести копию, а только оригинал. Оригинал, естественно, лучше покупать у официальных магазинов на Алиэкспрессе в том же. Вот так, в принципе, все. Если видео понравилось по тестам, не забываем ставить пальчики кверху, подписываться на мой канал. И всем до скорых встреч, всем пока!